Смотрите, какая красота. Лопух большой. Его еще называют русский женьшень. Китайцы его выращивают на полях специально. А у нас он растет под ногами. Чрезвычайно полезное и ценное растение для организма человека. Вот, девочки, я нарвала лопух молодой. Вот так он выглядит. Нужно посмотреть, чтобы все листики были очищены от улиток. И сейчас мы идем домой, чтобы отжать из этого лопуха сок. Я вам сейчас все покажу. Сок этот обладает целебными свойствами. Вот, девочки, значит, я пришла домой, проверила все листья, убрала всех улиток, поврежденные листья, все помыла, обсушила, порезала на небольшие кусочки для того, чтобы удобно было с соковыжималки прокручивать и давить сок. Еще раз хочу сказать, что лист лопуха является ценнейшим растением для человеческого организма, не только лист, но и корни. На данном этапе я сейчас буду через вот эту соковыжималку отжимать сок. Соковыжималка это специальная для растений, то есть не центрифужная, как для фруктов, а шнековая. То есть она имеет такую особенность, что она медленно вращается и давит сок из листьев. Май заканчивается. У кого есть какие проблемы со здоровьем, сделайте себе этот сок. Вот. Сок лопуха помогает при доброкачественных кистах, как в женской половой сфере, так и кистах почек. Мне удалось за прошлое лето избавиться от кисты во своем организме. Поэтому я сейчас для профилактики это делаю. Также этот сок замораживаю. Замораживаю я в одноразовых формочках, заливаю, они целлофановые. Заливаю туда сок, храню в холодильнике. Принимаю я этот сок по столовой ложке 3 раза в день. Ну, не всегда получается 3 раза в день принимать, поскольку я работаю. Поэтому в основном принимаю утром и вечером, за полчаса до еды. Чтобы сохранить этот сок, поскольку он больше 3 суток в холодильнике, не рекомендуется его хранить. Я делаю такую пропорцию: на литр сока 1,5 стакана меда хорошего качества. Все это размешиваю. Сейчас оно стоит на столе, потом убираю в холодильник. Такой состав хранится до 3 месяцев. И на зиму я замораживаю этот сок. Также я заготавливаю корни лопуха. Когда они заканчиваются, я покупаю на Вайберес корни лопуха и добавляю их в чай. Это очень полезное и ценное растение. Попробуйте. Сейчас мы будем крутить сок. Вот, посмотрите, пожалуйста, как работает шнековая соковыжималка. Она медленно крутится, и потихоньку сок отжимается в сосуд. Вот, девочки, я накрутила литровую банку сока. Сейчас я добавлю 1,5 стакана меда, все размешаю. Оставлю на столе на час, чтобы мед и сок подружились. И уберу в холодильник и буду принимать по столовой ложке утром и вечером, если удастся, третий раз в обед. Очень хорошо чистит кишечник. Просто изумительно. У кого атония и кто страдает запорами, попробуйте это средство. Вы будете благодарны. Потому что реально помогает от запоров. И наполняет ваш организм витаминами. И самое главное, убирает кисты из организма. Ну, понятно, что нужно соблюдать и диету при лечении. Будьте здоровы. Применяйте сок лопуха, корень лопуха и листья. Всех благ вам. До свидания.